Охота пуще неволи. Сегодня стало известно, что сезон охоты на пернатую дичь будет продлен. И сегодня же начали выдавать охотничьи лицензии. Отстрел уток начнется уже 21 августа. Как любители пострелять объясняют свою любовь к природе, репортеры республики разузнали. Роскошь у нас сохраняется последние годы в одинаковом размере. На данный момент она составляет 650 рублей. Вот. При оформлении заявления необходимо охотнику понимать, что если он собирается охотиться, допустим, на только на уток и других водоплавающих птиц, то он это может производить в нескольких общедоступных охотничьих угодьях нескольких районов. Продление сезона охоты радует заядлых охотников. Они утверждают, что огнестрельное хобби ничего общего с убийством не имеет. И вообще речь только о единении с природой, ну и первобытных инстинктах, которых не чужд и человек, пусть и из мира гаджетов, компьютеров и мобильной связи. Ну, планы на уточку сходить. Пусть не всегда у нас здоровье уже за столько лет охоты на эти утки. Не всегда здоровье позволяет на эти утки выходить на охоту. Но вышел на охоту, для меня это праздник. Для него это тоже праздник. Когда ждешь 8 месяцев, когда откроется охота, в феврале закрылась, в августе открывается. Так мы с того сезона ждем, когда будет открытие этого сезона. Для меня охота – это состояние моей души, что охота, рыбалка, ну, чисто досуг. Так, вышли на пенсию сейчас. Что? Иногда выезжаем на охоту, на рыбалку. Да, сам процесс, да, не количество там добытой дичи, а сам процесс нравится, да. На свежем воздухе погулять, побродить с ружьишком на природе, разве плохо? Очень хорошо. И нервишки успокаивает, и все. Ежегодно лицензии получают почти 3000 человек. Кому из них удастся успокоить нервы и похвастаться богатой добычей, станет известно уже осенью. Ева Крутова, Наталья Гордеева, Сергей Емельянов. Республика.